Москва митинговала в эти выходные под лозунгом «За честные выборы». Собрались на площади Москвы сотни тысяч людей. В Орле же вместо заявленной 1000 человек собралось около 300. «За честные выборы» и старшее поколение, и молодежь. Эти митинги словно наболевшие, как говорится, накопилось, назрело. Здесь и дали высказаться всем неравнодушным к политической ситуации в стране. Мы реальная политическая сила, которая может и должна влиять на ситуацию в стране. И где сейчас Россия находится? В полной яме. Причем по всем показателям. Посмотрите на мировую статистику. Наш народ потерял более 20 миллионов жизней. По противоестественным причинам. Через месяц выборы президента. Оппозиционеры говорят, чтобы не было нарушений, нужно отправить в отставку Чурова. Митингующие собирали подписи и уверены, грядут перемены. Хотим, чтобы выборы были честными. Я считаю, что что-то изменится. Это должно какой-то резонанс за собой повлечь. Среди несогласных был замечен и депутат Госдумы Василий Иконников. Правда, произносить речи на трибуне он не стал. Кстати, в митинге приняли участие представители практически всех партий, за исключением двух. ЛДПР не присоединились, так как часом ранее провели свою акцию несогласных. ЛДПР! Однако более 20 минут на морозе они не стали задерживаться, свернули флаги и уехали. Митинга в поддержку Владимира Путина в Орле не было. Алина Чебана и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».